Ишнуала, воверы! Патч 9.1 дал нам множество ответов на наши вопросы, но и породил немало новых. Такие моменты, как кто такой тюремщик, что ему нужно и почему мы должны остановить его, стали яснее. С подачи Blizzard тут было все довольно очевидно. На сайте Shadowlands буквально с самого начала писали: «Несущая смерть древняя сила грозит сбросить оковы и уничтожить саму реальность. Заговор, грозящий уничтожением всей вселенной». Все это было у нас прямо перед носом, но эти высказывания казались слишком громкими, чтобы быть однозначной правдой. Теперь, когда мы знаем больше, мы можем лучше понять смысл всех этих космических событий. Новую информацию мы получили благодаря Кортии и Тазавешу. В Кортии мы завершаем сюжетную линию печати, а в Тазавеше находим отчеты безумного брокера Альферима, труды которого проливают свет на создание вселенной и на то, как именно тюремщик ее собирается переделать. Информации очень много, я постарался для вас все систематизировать по полочкам, и, посмотря этот ролик, вы сможете понять, что к чему, если даже не играли в Shadowlands. Продолжим после небольшой интеграции. А спонсором данного ролика является легендарная MMORPG Arcage. В Arcage вышло новое обновление «Вечная битва» и стал доступен новый класс «Стрелок», который благодаря обширному арсеналу умений может обрушить на врагов град выстрелов и легко справиться даже с самыми опасными противниками. Новым персонажем «Новые горизонты» стала доступна новая локация «Инфер», живописное место, покрытое густыми лесами. Самое то для захватывающих приключений. Здесь продолжится история мира Arcage и появятся новые сюжеты задания. В том числе пройдет событие «Оборона Инфера», в котором, только объединив усилия с другими игроками, можно противостоять сокрушительной силе толп монстров и нечисти. Кроме того, появилось еще больше наград в событии «Главный герой». При выполнении ежедневных заданий можно получить ценные подарки, в том числе стильный глайдер. А благодаря апгрейду системы улучшения ячеек для экипировки, персонаж может стать настоящей машиной для уничтожения врагов. Скорее переходите по ссылке в описании, забирайте подарки и начинайте играть в Arcage бесплатно. Прямо сейчас. Новые приключения ждут. Итак, что же нужно тюремщику? Первая подсказка – это причина, по которой Сильвана встала на сторону тюремщика. Blizzard часто упоминали в своих выступлениях некий механизм жизни и смерти, и его можно интерпретировать следующим образом. Жизнь порабощена силами смерти, а Завал хочет всех освободить. Получается, хоть он и злодей, но с благими намерениями. Так было раньше. Теперь мы лучше понимаем, кто он такой и чего хочет. На вершине Оребуса есть 5 столпов, каждый из которых представляет Вечного. Пятый принадлежит Завалу, и он поврежден, растрескан, посмотрите. Давным-давно Завала сковали и бросили в утробу за предательство. Это предательство – ключ к данному сюжету, который отсылается к самому началу формирования реальности. Брокер-исследователь Альферим нашел гробницу предвечных и смог перевести некоторую часть их языка, которая повествует об изначальных силах, называемых фракталами. Эти фракталы сталкивались между собой бесчисленное количество раз до тех пор, пока из хаоса не родились 6 космических сил. Каждая из этих сил отдала часть себя, придав реальности тот облик, который нам известен сейчас. И каждая создала пантеон могущественных существ, чтобы присматривать за своим творением. Пантеон порядка, нам известные титаны, пантеон смерти, вечный, с которыми мы встречались, пантеон жизни, в который входит Элуна и так далее. Для всех сил был создан свой пантеон. Итак, вечные получили от своих создателей предвечных специальные печати в подтверждение своей силы и предназначения своего ковенанта в темных землях. Завал был ключевой фигурой темных земель, распределителем душ. Именно он решал, в какое измерение отправить попавшую к нему душу, выбирал для нее подходящее по смерти. Однако он не смог выдержать несовершенство творцов. Завал посчитал, что он лучше знает, как должна выглядеть реальность, и решил переделать ее заново, по-своему. Именно это и стало причиной предательства. Он посчитал, что сможет попасть в гробницу предвечных при помощи всех 5 печатей вечных. Так что Завал собрал силы и пошел в атаку, однако Примас сорвал его планы. По сути, Завал пошел против своих соратников, против своей семьи, пошел против замысла творцов вселенной. Это подтверждается словами Альферима. Куда бы тот ни пошел, где бы ни искал информацию, везде ему говорили, что знания предвечных под большим запретом. Именно эти запретные знания и хочет использовать Завал в своих целях. Они настолько серьезны, что предвечные буквально сделали их незаконными.
В результате нарушения запрета у Заваала вырвали печать из груди и подчинили магии господства. Судя по всему, при помощи сил Орденвельда, именно там находится сердце леса, отвечающее за магию господства. Печать Заваала досталась арбитру, которая и стала новой главной шишкой темных земель, и уже беспристрастно продолжила распределять пребывающие души по ковенантам. До тех пор, пока в какой-то момент во время дополнения легиона ее не отключили и механизм жизни и смерти не сломался. Примас думал, что цепи господства заставят Заваала подчиниться и сожалеть о содеянном. Однако тот научился управлять этой магией, научился использовать ее в своих интересах и стал тюремщиком. Не без сторонней помощи, конечно. Сир Динатрий также действовал в интересах тюремщика. У них был целый план по изменению космоса. Однако это тема для отдельного ролика. Важно то, что хоть Динатрий был повержен, тюремщик все так же пытался получить все 5 печатей, и в патче 9.1 мы видим, что он преуспел в этом. Рождается вопрос, что же будет дальше и какую роль во всем этом сыграет Азерот? Остается очень важный кусочек пазла, который может изменить все представления о данных событиях. Зачем тюремщику Азерот? Что в нем такого важного? Во время вторжения в припаче Shadowlands верный утробе сказал нам, что смерть идет в наш мир. Мы и раньше говорили, что цель плети – уничтожить все живое на Азероте и переродить душу мира в виде нежити, чтобы не позволить другим космическим силам завладеть ею. Когда мы встречаем Кэл-Тузада в святилище господства, то из его речей можно понять, что именно он помогал продумать смерть Азерота. Как удачно, что мы снова встретились за миг до окончательной победы смерти. Я долго был вынужден скрывать свою истинную цель. Притворяться слугой ложных господ. Но все это время я готовил Азерот к гибели. Пора отомстить за унижение, что я испытал в Ноксрамосе. Теперь-то вы, наконец, склонитесь перед Кэл-Тузадом. Если и этого недостаточно, то задумайтесь, граница между материальным измерением и измерением смерти была разрушена именно над Азеротом. Не над Дренором, не над Аргусом или любой другой планетой. Именно поэтому мы думали, что первым шагом тюремщика после обретения свободы будет поглощение души Азерота. Однако на данный момент Заваал ушел в гробницу предвечных в поисках знаний творцов. Он действительно хочет переписать законы вселенной и саму реальность. Какова роль Азерот в его планах и как именно мы должны защитить ее? Ковенанты собрали свои силы, вторглись в утробу и открыли святилище господства, куда пришли мы, герои, чтобы все исправить и вновь спасти мир. Однако мы проиграли. Хоть и не без маленьких побед, мы наконец-то окончательно одолели Кэл-Тузада и пленили Сильвану. Тюремщик вырвал печать из груди арбитра и вновь проглотил ее. Затем трансформировался в огромного, грозного и брутального темного рыцаря. Однако можно заметить, что в груди у него все еще остается дыра или ранение. Я думаю, что это означает, что события, связанные с его предательством и заточением, являются его неотъемлемой частью, и он уже не будет прежним. Возможно, его сердечко треснуло как раз таки из-за этого предательства. Также возможно, что давным-давно его планы были действительно благородными, и Заваал по правде хотел сделать реальность лучше, и именно этими планами он убедил Сильвану встать на его сторону. Но столь долгое заточение не могло не повлиять на его рассудок. Даже Сильвана была шокирована, как быстро тюремщик отбросил всю мораль и изменил свои планы. Он напрямую сказал ей: «Я создам новую реальность, где все будут служить мне». Не стоит его недооценивать, он на самом деле способен это сделать, как минимум взгляните на портал, который он создал. Мы никогда раньше не видели подобной магии. Золотые сверкающие фракталы. Очень похоже на то, что описывал в своих трудах Альферим. Нет никаких сомнений, что тюремщик использует магию предвечных, и это портал в их гробницу. Черт его побери, он использует магию наших создателей. Магию, благодаря которой все, что мы знаем, существует. И да, ведь предвечные создали и Титанов, и Наару, и их создатели, и другие космические силы. Получается, что Азерот тоже творение предвечных. Она же не может быть просто еще одним Титаном. Мы уже знаем, что она потенциально сильнейший Титан. Нам намекали, что смерть пытается завладеть душой нашей планеты. Но если у Заваала есть доступ к гробнице предвечных, зачем она ему?
Зачем ему нужна Азерот? Кстати, помните, что именно мы и только мы, герои Азерота, наделены особой силой предвечных, которая позволяет нам взаимодействовать с их архитектурой. Также мы знаем, что жизнь, порядок и тьма добрались до Азерота раньше, но и все остальные силы пытаются проникнуть сюда. Смерть, скверна, даже свет, особенно судя по последним его негативным проявлениям. Все космические силы хотят отхватить лакомый кусочек Азерота. Либо она очень просто могущественна и может изменить баланс сил, либо в ней кроется нечто большее, что-то связанное с замыслом предвечных. Кстати, еще один немаловажный факт. Во время прохождения Тазавеша мы искали фрактальные ключи от гробницы предвечных именно на Азероте, а не на какой-либо другой планете. Как бы то ни было, мы однозначно можем сделать вывод, что получив необходимые знания, Завалу точно понадобится Азерот. И если он добьется своей цели, то сможет изменить реальность. Довольно ироничен тот факт, что тюремщик назвал задумку создателей нечестной и хотел все исправить. А теперь мы пришли к тому, что он пытается создать реальность, в которой он станет повелителем всего сущего. Похоже, что за долгое время тюремщик слишком сильно проникся магией господства. И теперь все, что он знает, это как быть тюремщиком. Только из тюремщика одного измерения он превратится в тюремщика всей реальности. На самом деле, когда он говорит Андуину «ты первым простишься с этой реальностью», появляется закономерный вопрос. Конец реальности, какой мы ее знаем, или же окончательный конец всего сущего? Знание гробницы предвечных и сила Азерот. Если тюремщик получит все это, его успех неминуем. Что мы можем сделать? Возможно, Сильвана укажет нам на слабое место Завала и подскажет, как победить его. Но на данный момент кажется, что он уже победил. Что же будет в патче 9.2? Есть два варианта, которые мы можем предположить. Первый – мы отправляемся в гробницу предвечных вслед за Завалом и сражаемся с ним там. Но это будет похоже на все, что мы уже видели раньше. Непонятная для нас гробница странных пришельцев, которые создали весь мир. Мы даже не знаем, как это должно выглядеть и что нас может ожидать. Судя по тому, что мы узнали от брокеров в Тазавеше, это нечто неописуемое и в какой-то мере неосязаемое. Звучит очень нереалистично и непонятно, с чем придется столкнуться дизайнерам игры и каких размеров должен быть этот патч. Так что второй вариант более реалистичный. Тюремщик получит необходимые ему знания и вторгнется на Азерот, спустится через расколотое небо над ледяной короной и попытается проглотить душу мира. Это прекрасная возможность для Blizzard немного сэкономить на дизайне новых локаций и наполнить новым контентом уже знакомые нам места. Например, оживить Нордско. Итак, мы знаем, что цель Завала – переписать законы мироздания и поработить всех нас. Чтобы достичь этого, ему необходимы знания гробницы предвечных. И вне всяких сомнений, он направился туда сразу же после синематика, в конце святилища господства, который мы все видели. Так что по лору, прямо сейчас, пока вы смотрите это видео, тюремщик находится в гробнице. Нам осталось лишь дождаться его следующего шага, и если вам интересно, когда же это произойдет, то стоит помнить, что финальные части кампании патча 9.1 были закрыты на ПТР. Серверах. 11 августа как раз должна открыться эта финальная часть, и мы с вами узнаем всю правду, а точнее, что ждет нас дальше. Казалось бы, мы получили ответы на наши вопросы, но и самих вопросов стало еще больше. Например, что не так с задумкой создателей? Если предвечные создали весь космос, все космические силы, их пантеоны и сам взгляд существ на этот мир, что же в их задумке не так? Мы неоднократно слышали, что механизм смерти далек от идеала. Если взглянуть на остальную вселенную, повсюду война, хаос и страдания. Так и должно быть, или в этом и заключается ошибка творцов, или все не так просто? Последнее, что стоит вспомнить сегодня, это открытие Альферима. Его догадка о том, что существует седьмая изначальная космическая сила. Мы были абсолютно уверены, что Вселенная состоит из шести изначальных сил. Однако Альферим говорит нам, что существует неведомая седьмая сила. Ее он называет геометрическими фракталами, которые взаимодействуют со всеми остальными силами. Однако характер взаимодействия был ему непонятен. Если бы вы были предвечными, неужели вы бы не создали Вселенную идеальной? Может быть, седьмая сила и определяет это несовершенство? И как раз наши герои являются самым ярким воплощением этого несовершенства. Об этом даже упоминал и Алгалон в Ульдуаре, и Леди Смертный Шепот в ЦЛК. В общем, чем является эта седьмая сила, может именно она создает все разногласия и дисбаланс во вселенной? Это еще предстоит узнать. Пишите свои предположения в комментариях. Я был рад подготовить для вас этот материал. Если он вам понравился, то просьба помочь с продвижением ролика, поставить лайк и подписаться на канал.
впереди еще много крутого контента.